Многие дома в Анапе построены еще в 80-х годах прошлого века. С того же времени в подъездах многоэтажек бессменно работают и лифты, несмотря на то, что технический срок их службы 25 лет. В рамках краткосрочного плана программы капремонта в 2017 году для жителей 8 домов было установлено новое лифтовое оборудование. Приехала комиссия, это с Министерства ТЭК и ЖКХ, общественные организации, это управляющие компании, представители фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Комиссия принимает, все нормально, мы и поднялись на шахту лифтовую, проверили там, специалисты проверили. Проверка проходит весьма требовательно. На каждом этаже проверяются кнопки вызова, обязательно прямая связь с диспетчером, надежность крепления лифта в шахтах и тестирование электроники. Оборудование отечественного производства надежно и проверено, ведь самое главное условие – это полная безопасность при эксплуатации. Все требования соответствуют объекты. Принимаем в городе Анапе сегодня 8 лифтов по программе капитального ремонта в соответствии с рекпрограммой, утвержденной губернатором, номер программы 1638. В соответствии с ней у нас идет сейчас приемка лифтового оборудования. Комиссия в полном составе. Пока нарушений никаких нет. Довольны и самые главные приемщики новых лифтов – жители дома. Отмечают, что теперь до своих этажей добираться стало не только безопасно, но и комфортно. У нас, конечно, раньше был хуже лифт. Сейчас у нас совершенно новый, обалденный лифт. Он хорошо работает, плавно ездит. Большую благодарность выражаем администрации города Анапы, то, что облагораживает наши дома, делает, улучшает нашу жизнь. Хотелось бы очень поблагодарить. На этом программа капремонта не завершается. Специалисты ЖКХ продолжают проводить осмотр жилого фонда. В ближайшее время новое лифтовое оборудование установят еще в нескольких домах. Кроме этого, в планах замена кровли в многоквартирных многоэтажках.